Мастер, который внес большой вклад в формирование белорусской скульптурной школы, хотя поступая в техникум, о скульптуре и не думал. Его произведения – бесценное творческое наследие, вошедшее в сокровищницу отечественной культуры. Алексей Константинович Глебов. Путь скульптора в искусстве и главные направления его художественных поисков. Смотрите в проекте «Мода на культуру» в эти выходные на телеканале «Беларусь-24».